Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике завершились международные старты для Анжелики Сидоровой в прыжках шестом. Анжелика стала единственной представительницей России в этой дисциплине, которой удалось выйти в финал чемпионата. Однако с трех попыток ей не удалось покорить даже стартовую высоту 4,5 метра. После соревнований спортсменка не смогла сдержать слез и попросила прощения у тренера, всей сборной и тех, кто за нее болел. Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы в Чебоксарах Анжелика установила личный рекорд на стадионе 4 метра 70 сантиметров.